Потери сейчас, конечно, грандиозные, да, и у противника особенно, именно в силу того, что он применил именно такой метод штурма без техники пехотных штурмовых групп, которые он направляет вот так в лобовую, как бы на нашей позиции. И у нас, безусловно, потери выросли, потому что идут и контактные бои в том числе. Но по сравнению с потерями, которые были у нас, я говорю у нас, весной, вот в районе Попасной, когда они продавливали Попасную, чтобы сделать охват с юга Лисичанска и Северодонецка. Кстати, там этот нынешний их главнокомандующий, как его, навес. Сергей Суровикин. Суровикин, да, командовал этим штурмом. И так получилось, что я находился над Попасной именно в тот момент, в кризис, когда его продавливали. Видел, как бы, что там происходило, то есть то количество огня, которое выливалось на позиции наших там, двух батальонов. Кстати, сегодня я встретился с одним из командиров батальона, который там стоял. Я встречался и тогда с ним, и сегодня так совпало, да? Я его там взял за горло и говорю: ну, выдавай военную тайну, сколько ты понес потерь? Ну, я не буду называть эту цифру, но она многих понесет. То есть Попасную продавили не просто так. Там, в принципе, было уничтожено огнем, огромным количеством огня, большое количество наших защитников. Вот. Поэтому я не знаю, что Юра может не помнить статистику, или может у него там не на том немножко канале стояли его медики, но тогда потери были грандиозны. Сейчас тоже есть потери. Но я ж вижу, я ж постоянно мотаюсь между там, работа у меня такая, что я как бы очень за один день боевой могу быть там в 100 километрах в разных участках фронта. Медички ездят, но не тот поток, который был весной. А вот у русских, да, там, наверное, рефрижераторами каждый день отвозят там с каждого участка то, что они там выносят. Вот. Их не бросают, не тащат. Мы же видим, как они тащат, да? И, кстати, о заградотряде. Ты вот когда говорил, у нас на глазах была вот история, да, там сидим, смотрим, идет штурмовая группа, там северный участок Солидара. Ну, штурмовая группа натыкается на наш огонь, там, на нашу пехоту, там, мы начинаем их там крыть, там, и так далее. Они побежали назад. Из Терекона Солидарского их начали расстреливать. То есть это вот мы сами видели своими глазами.